Боаза Зиссу из Израильского университета, известного специалиста в области археологии Израиля, эллинистического и других периодов истории, который нам представит доклад расширенный, мы назвали доклад «Презентация в красках цвете». Значит, доклад называется «Захоронение и погребальные практики в Иерусалиме и его окружении в период в эллинистический и ранний римский период». Для неисториков напомню, что это время после Александра Македонского, после его завоевания, то есть конец 4 и первый век Здесь спрашивает, действительно ли нужен перевод? Yes. Good evening, everybody. My connection to this issue is through my MA degree, written 20 years ago, and I had the opportunity to write an MA in this topic, to connect it to a PhD written by a professor many years ago, and finally to publish a book, first in Hebrew and then in English. Okay. So, профессор Зиссу говорит, что представляемый материал является частью его магистерской диссертации, которая потом была превращена и в докторскую, PhD диссертацию, и затем сначала на еврейском языке, а затем на английском была опубликована в виде книг. Окей, there is no exam at the end of my lecture. Okay. I hope you understood it. Please. Okay. So, first of all, we are here. This is Jerusalem. This is the land of Judea. And today, I'm going to show you examples of Jewish burial, burial customs, burial practices, burial architecture, monuments in this region, in the surroundings of Jerusalem and in the area of Judea. These are the borders of Judea, the Mediterranean Sea, the Dead Sea, and the description of Judea as given by Josephus Flavius, the famous historian of the first century. Окей. Профессор Зиссу показывает нам границы той территории вокруг Иерусалима и части Иудеи, и ее описание, данное известным иудейским историком Иосифом Флавием в первом веке нашей эры, и расскажет о погребальных обрядах, практиках и архитектуре в этом регионе. Окей? Окей. Хронологическая, так скажем, рамка. Хронологические рамки этого периода. Regarding the chronological framework, first of all, this is a model of the temple. It's not the temple itself. The temple itself was destroyed in 70. 70 is a very important date for Jerusalem because in 70 CE the Romans destroyed the city and the temple and burial ceased to exist in Jerusalem itself, not in Judea. In Judea, until 136, the Jewish presence continued.
Вы можете видеть основные даты, относящиеся к сюжету истории. Это персидский, хеменидский период, с 538 по 332 год до нашей эры. Затем эллинистический период, с 332 от завоевания Александра Македонского до 63 года, когда Помпей Великий, покорил Хмельницкое царство, и Палестина вошла в состав, ну, в разных вариантах, в состав римской державы. И две даты, 63-й год, это начало уже, собственно, до нашей начала римского периода, очень важная дата, 70-й год нашей эры, когда Иерусалимский храм, представленный вот на этом изображении, был разрушен. После Второй Иудейской войны город был взят штурмом, и с этого периода, по 132 год, до начала Третьей уже войны, Третьего восстания антиримского, под предводительством Бар-Кохбы, существовал такой межвоенный период, интербеллум, когда вот, провинция Иудея и Палестина были в сравнительно мирном состоянии по отношению к Риму. Okay, can. Thank you. Yeah. After one or more lectures, I will be able okay. to read here, not on the historians, but so philologists and so on. Perfect, perfect. So, this is the map of Jerusalem of the late Second Temple period with the temple and the three walls surrounding the city, the first, the second, and the third wall, so it's a reconstruction of the walls based on archaeological excavations conducted in the last 150 years, and it shows the shape, the layout of the city just before its destruction. Вы видите план Иерусалима и храма. Стены восстанавливаются на основании раскопок последних 100-150 лет. Накануне, или вот дата начала этого антиримского иудейского восстания, продолжавшегося 3 года и завершившегося разрушением храма. Sorry, shall we ask questions right now or after the lecture? Okay. No, we prefer after. Keep all the questions for the end of the presentation, and I hope to have the time to answer all your questions. Okay, can continue. So, typically, Jews buried outside the city limits. These are rules defined by the Jewish religion. So typically we have tombs surrounding the city in all directions. Обычно, согласно еврейским правилам и традициям, погребали покойных за пределами города, за пределами городских стен. И это такая была практика вот до рассматриваемого периода. You have to keep in mind that I'm giving here a synthesis of research conducted in the city and in its environs from the first explorers, Conner 1873, Clermont-Ganneau 1870-78, Conrad Schick, McAllister, and others. So I'm summarizing here in an hour or an hour and a half, 150 years of research. Здесь вы видите тех вот исследователей, которые занимались раскопками Иерусалима и его окрестностей в течение последних 150 лет, начиная вот с Кондера, Конрада Шика, Клермонт Гано и Макалистера. И иллюстрации вот такой вот план первых раскопок. So, perhaps we have in our mind an idealized image of Jerusalem as a holy city or as an ancient city with its beautiful walls, but this is the reality. I mean, the old city is here, which I'm marking here in red, the borders
of the historic city of Jerusalem, and you can see that all the area surrounding the old city is intensively covered by modern building. Красным выделен исторический Иерусалим на фоне современной застройки, которая продолжается, и поэтому вот окрестности Иерусалима попадают в этот регион, и что усложняет, естественно, археологическое его изучение. So you also have to imagine that when this city was constructed, many tombs were uncovered. Only a certain percentage was discovered or explored by archaeologists, and many other tombs were unknown or unreported. Во время проводимых раскопок было открыто много захоронений, но многие остались не опубликованными материалы этих находок, и многое остается, конечно, не раскрытым с точки зрения изучения вот этих погребальных памятников. So, in many cases, a tomb is broken into by road constructions or by legal or, in this case, illegal building activities. Во многих случаях погребения, могилы разрушены в результате дорожного строительства или незаконного, такого самозахватного строительства жилищ для определенной части публики. So, in our book, published in English in 2007, we published this map showing about 1,000 burial caves located around the old city of Jerusalem. Each point on the map marks a tomb or a burial complex. I will explain soon what is a burial complex. And we are dealing with sometimes with simple caves, sometimes with more complex burial chambers. На схеме показаны результаты и карта книги, опубликованной в 2007 году, где в окрестностях вот, 3-километровых от старого исторического Иерусалима обозначены найденные погребения и погребальные комплексы, как простые погребения в пещерах, так и более сложные погребальные камеры. В настоящее время известно около 1000 таких вот памятников. So tombs of villagers or farmers living around the city. Ближние к городу обозначены на расстоянии до 1,5-2 километров это захоронения жителей самого Иерусалима. В более дальних дистанциях это те могилы, которые оставляли жители окрестных селений, деревень, селений. An important point is that a tomb belongs is a family tomb. It belongs to a family and is used for a number of generations. Sometimes in antiquity, tombs were emptied of their contents, and the contents were reburied in a new location because the city had to grow. When the city expanded, tombs were emptied. We can identify it archaeologically. Могилы во многих случаях служили семейными комплексами и на протяжении поколений там осуществлялось, но поскольку город рос, часть могил оставалась пустыми, и их вот эти погребальные камеры не могут быть точно определены с точки зрения содержания в них, отсутствия, точнее, материала, который указывал бы на какие-то признаки, кто и когда был здесь похоронен. Okay, so the simple
course and our book from 2007. Вот эта упомянутая книга профессора Луфи. So we are looking now at the Mount of Olives. By the way, this is the Russian property on the Mount of Olives, and this is the Franciscan property. And these are more newer cemeteries. And the Franciscan monastery, the Franciscan area, is called Dominus Flevit, based on the famous tradition of Jewish weeping there and prophesizing the destruction of the temple from the Mount of Olives. And on this spot, the Franciscans built a church in the 50s. And when this church was built, the area was systematically excavated and dozens of tombs were uncovered. So this is one of the tombs in this region. На фотографии можно было видеть современный вид верхнего города, где расположен ближе православный храм, а дальше францисканский монастырь с недавно построенной церковью. Во время вот этого строительства, ну, церковь в честь Вознесения Господня, если я правильно понимаю, во время раскола, по строительству которой было открыто несколько десятков интересных могил, и там можно было видеть и современное кладбище на ближнем плане картины. So this plan was published by the Franciscan Fathers, and it shows the enormous concentration of tombs in this small piece of land. If we look, look again at this plan, it's this concentration. Вот в районе этого францисканского монастыря и церкви была открыта очень большая концентрация, одна из самых больших концентраций захоронений. И эти раскопки, результаты их, этот план были опубликованы как раз вот этими монахами-францисканцами. So it means that these empty areas around, they were not empty in the beginning. We don't have information what was it. So they excavated this area systematically and published it. Не заполненные на этой схеме места не означает, что там не было захоронений, просто они были по разным причинам не открыты или не опубликованы. Okay, so now we leave the city for a moment and we go to the more open spaces and green areas of Judea, areas that were inhabited by Jews until 136. Здесь виден типичный такой пейзаж окрестностей Иерусалима, иудейской земли с зелеными холмами, которые заселены были с 600. The Judean Stella and the Jewish settlement here survived until the Bar Kokhba revolt, until the days of Помнишь, Элиус Адриан? Адриан. И здесь было иудейское население до вот разгрома восстания Бар-Кохбы в годы правления императора Адриана в 132 году. Населялось. So the typical burial came, unfortunately, looted by looters, by thieves, before the archaeologists came. This is how such a cave looks. Многие захоронения, могилы были опустошены еще до прихода археологов, поэтому обнаруживаются они пустыми. So this is how these people look like when we catch them inside the caves. Now we get to one site in the Judean foothills for Bar-Kokhba. And at this site, I can show the relationship between the settlement and the burial cave surrounding the settlement. So I will show this is the settlement, and here I'm marking the spatial distribution of the burial caves surrounding this settlement.
Здесь видно распределение погребальных пещер и могил в окрестностях местечка Хорбан-Бурбин и в отношении вот прилегающих древних тоже поселений. Okay. Now I will zoom into one typical cave in order to show you the elements of such a complex. So there are outer elements and inner elements, and we will start from outside. A courtyard. I will say it fast, and then you will. Okay. Здесь вы можете видеть реконструкцию прорисовку типичного погребального пещерного комплекса, который включает в себя ступени, по которым спускались вестибюль или пред такая. Прихожая перед погребальной, собственно, камерой. Далее идет, собственно, погребальная камера и камера, где помещались различные предметы для хранения. Есть блокирующий камень, которым закрывалась могила, и существовали в этом погребальном комплексе отдельные ниши, фахим, изменовавшиеся, где захоранивали, соответственно, очередных ушедших мирных. Здесь внутренние и внешние элементы показаны. Да? Значит, это не отразившаяся иллюстрация, это так называемые поминальные или траурные включения, ритуальная баня и погребальный, собственно, памятник, который стоял на этом комплексе. Okay, so again we are in the Judean foothills, and I'm showing a round blocking stone of a tomb. It's a similar круглый запорный камень, которым закрывался вход в эту пещерную, в этот пещерный склеп, лучше сказать. Interestingly, this method of closing burial caves is very rare. The more typical closing device is a square blocking stone that fits snugly into the opening. And here you can see the same blocking stone in the same cave. So see here, you can see it closed, and here it's open. Круглый запорный камень – это редкое явление. Обычно использовались квадратные, которые вот таким образом, как видно наглядно на картинке, закрывали вход в след. This insight has very interesting implications regarding the reconstruction of the tomb of Jesus and the burial of Jesus, because according to most of the reconstructions, the tomb of Jesus was closed with a round blocking stone. Этот круглый запорный камень очень важен и интересен для выяснения вопроса о захоронении Иисуса Христа, который, согласно источникам, евангельским, был именно погребен в склепе, закрывавшемся круглым таким блокирующим камнем. And these reconstructions are based on the reading of the Gospels. References and the word, the Greek word used is kulio. Kulio, this Greek word, can also mean dislodge or move back or simply move. It doesn't have to mean rolling. And for this reason, we suggested that Jesus' tomb was not closed with a rolling stone, but with blocking stone of this type. Евангелие сообщает, по всей видимости, что могила Иисуса была закрыта, запечатана перекатывающимся камнем, но, скорее всего, здесь нет неточный перевод, поскольку вот этот роут, вертящийся перекатываемый камень, по-гречески именуется кулио, и это означает не только катить, но и открывать, отодвигать или просто двигать.
это такого пуля, кюля. И вот это как раз показывает, что ивановские сведения, они, скорее всего, не соответствуют действительности, могила Иисуса могла быть запечатана квадратным, запорным камнем. So, inside the buried cave, we discern here two types of burial facilities. One is the kochim. Kochim are elongated burial niche. Is a Hebrew Aramaic word used in the international literature. The other one is the Latin term arcosolium. This is an arcosolium. So, interestingly, we don't exactly know what is the source of this kochim. For sure, earlier kochim are to be found at Marashah in southern Judean foothills, but we don't know if the source of the kochim was Alexandrinian, which means Hellenistic Alexandria, Hellenistic Alexandria, or Phoenicia, or it's a local development. Здесь изображены погребальные ниши, именовавшиеся кохим, которые появились в III веке до нашей эры. Но вопрос остается открытым, каков был источник происхождения этого элемента. Был ли он из Александрии египетской или из Финикии, или это было местным нововведением. Наверху над этими нишами, где, собственно, и погребались покойные, находится так называемый аркосолиум. Вот этот элемент именуется таким вот, такая ниша над поверхностью этих. Okay, so now let's take a look at a burial chamber with kochim. This time, a chamber from Jericho in the Jordan Valley. So here you can see that the typical unit in such a cave is a square chamber with a standing pit. Actually, this typical unit is known from Iron Age Judea. And to this typical basic unit, the kochim are added. Here you can see a construction of such a tomb made at the Israel Museum based on an exact finding in Jerusalem of an Iron Age tomb. Здесь изображена схема и конструкция уже погребения типичного, начиная с VII века до нашей эры. На предыдущем кадре была могила из окрестности Иерихона, которая показывает, что первоначальной единицей этой могилы была прямоугольная площадь, которая, от которой потом вот эти ниши кохим, по мере поступления новых погребаемых, они прокапывались. И видно реконструкции, какой был погребальный здесь инвентарь. So it's a kind of a Lego play. So you have this basic unit, which is a square chamber with ledges and with a standing pit. And to this unit you add the kochim. The kochim are niches intended for primary burial. Jews used in this period to bury twice. First burial in a koch, and a secondary burial, which can be made in a koch or in a certain burial facility. Вот этого базового квадратного захоронения, которое совершалось, первоначально хоронили в одном из кохимов, но иудеи погребали своих покойных дважды. Сначала вот здесь, а затем перезахоранивали в других кохимах. И это такое повторное было захоронение. I'm simply trying to get in control of this program. So here you see a typical tomb of the Iron Age without kochim, and then at Hellenistic Marisha we have the earliest
examples of Kohim in Israel, and when we look around for the source, one option is to look at Alexandria in Egypt, in these burial complexes or hypogea. The other option here, you can see a plan of such an hypogea sections, and the problem is that the tombs at Alexandria and Malisha are contemporaneous. Здесь показано результат раскопок одного из захоронений в городе Мариша и далее Александрийский возможный прототип, тем более, что это захоронение в Мариша и в Александрии Египетской, они одновременны. Они одновременны. Или вопрос о финикийском источнике происхождения вот такого архитектурного типа захоронения. And from the other, on the other hand, here at Martus, this tiny island off the Phoenician coast, now in Lebanon, we have earlier examples of Phoenician tombs with Kohim, which date from the 5th and 4th century BCE. And right now is the earliest source for this type of burial. Здесь показаны планы и изображения финикийских подобных погребальных комплексов в Маратусе, Арадусе и около Сидона. И они являются наиболее ранними, датируясь 5-4 веками до нашей эры. Вот это Финикия по соседству с... Okay, so after we went to Egypt and we went to Phoenicia, we are back to Jerusalem, because I had to show this stuff because we have thousands of Kohim in Jerusalem, and this is the typical method, and it should be explained. Теперь мы возвращаемся снова в Иерусалим, чтобы внимательнее посмотреть на эти тысячи открытых подобного типа захоронений в его окрестностях и выяснить возможные здесь особенности и источники. So now we have the typical Jerusalem first century burial cave with Kohim and with two types of burials, primary burials and secondary burials. You can see here the primary burial, which means that the skeleton lies inside the koch. And here you can see another primary burial, but here you can see something else. You see that this koch is full of stone boxes. Здесь видно два первоначальных захоронения внизу и справа вверху, а слева от первого этого захоронения в Кохиме есть складское такое помещение для различного рода инвентаря и вещей. Okay, section in the same cave. So it was, this is the koch with the stone boxes, and this is the koch with the skeleton, and regarding primary burial. We have finds which show primary burials in dry desert areas like Jericho or Engedi. We find that Jews used chests, burial chests or coffins made of wood. In Jerusalem, they are not preserved because of the Mediterranean, the humid climate. В засушливых районах Иудеи результаты раскопок показывают, и это позволяет сохраниться материалом соответствующим, что иудеи хоронили своих покойных в деревянных гробах. В Иерусалиме другой климат, и поэтому там в окрестных памятниках это признаки эти не сохраняются. В первичных захоронениях это происходило. In dry regions we have also remains of shrouds. In Jerusalem, we have only two cases of shrouds, and we know the story of the burial of Jesus and his the covering of his body in shrouds. В засушливых регионах есть
также свидетельства в окрестностях Иерусалима, их только два, в остальных вот заслушали их много, свидетельство, что при погребении использовались оборачивания тела покойного особыми покрывалами, что тоже опять-таки отсылает к истории Иисуса, который был тоже погребен аналогичным образом. So the primary burial inside the koch, primary burial in a koch with wooden coffins in Jericho, and with shrouds in dry regions. Again, in Jerusalem, we have no finds whatsoever because of the climate. Под климатом мы не можем в иерусалимских окрестностях обнаружить подобного рода следы. Вот это пример раскопок деревянного гроба первого века до нашей эры в местечке NNGU. The same one from Engedi, a wooden coffin constructed. Реконструированный вот этот гроб, и как он располагался во вторичном погребении. And now we are getting to the secondary burial. So here you see the coffins in this koch, the ossuary is in this koch in Jerusalem, and here you see beautiful, as much as a tomb can be beautiful, example of ossuary in a Jewish tomb in Jericho. So secondary burial in stone boxes named ossuary. Здесь вот показан пример вторичного захоронения, прекрасный пример, если могилы могут быть прекрасные, да? Того, как вторичное захоронение в деревянных ящиках, в соответствующих отверстиях, в стенах погребальной камеры производилось вот в этот период. Здесь вот фамильное захоронение и, соответственно, Иерихона. Architecture of a cave. A cave can be simple unit of a chamber with kochim, and such a unit can evolve within the bedrock depending on the needs of this family. So we have this basic plan, and it can be multiplied within the bedrock. Этого захоронения с кохимом, пещерного захоронения, он имел тенденцию и возможность эволюционировать, дополняясь различными дополнительными камерами по мере необходимости захоронения покойных. So, when we uncover such tomb, before the looters, we find finds in situ, like here you can see two ossuaries in situ as we had a chance to uncover. Там, где есть возможность обнаружить не разграбленную, не потревоженную могилу, там на месте in situ, как говорят археологи, обнаруживаются вот такого рода артефакты для помещения праха, костей покойных, собранные деревянные подобного рода сундуки. The Jewish written writings reflect these customs, but it's sometimes difficult to project these sources which are from the were collected in the second or third century and later to the reality of the first century BC and CE, like Masechet Zmachot, which mentions these ossuaries. В одном из еврейских сочинений упоминается подобного рода практики, когда говорится, что сын мой похорони меня сначала в яме, а со временем собери мои кости, помести их вот в этот оссуарий, специальный вот этот сундук для захоронения уже вторичного праха. И здесь эта практика, она начинается с второго века нашей эры, а в первом веке до и в первом веке до нашей эры она не подтверждается в иерусалимских, во всяком случае, окрестностях.
Okay, so I will show some more examples of oceans. So I will run through the slides to a couple of slides. So oceans in Jerusalem. Now the oceans are decorated, and here you can see examples of carved decorations. Maybe you know these techniques from rustic carving, wood carvings in modern, in traditional Russia. Окей. Здесь вы можете видеть пример той избы, которая украшала эти деревянные асуарии. И здесь растительные и прочие орнаменты, которые, по мнению профессора, могут иметь аналогии и с русскими народными орнаментами. These are traditional techniques of working with wood and stone, and we know them from traditional in Europe also. Да. So, здесь традиционная техника вот резьбы по дереву и по камню представлена, как раз вот это уже каменный расписной асуарий. Yeah. We have simpler ones and... Есть более изощренные, которые украшены такими искусственными воспроизводством архитектурных фасадов. Датируется до 70-го года нашей эры. Вот это фрагмент потолка одной из могил Иерусалимского, точнее, фрагмент потолка Иерусалимского храма периода Иуда и Ирода и Херода Грейт. So, the idea is that these are the same stone masons that produce the more beautiful ossuaries and produce these carvings of ceilings, you know, architectural elements in the Herod's temple. But it's Herodian, it's written Herodian. When we say Herodian, it's Herod and the period preceding the reign of period of Herod, because construction works on the temple continued after Herod. Здесь мысль профессора Зуси заключается в том, что мастера, которые украшали вот эти асуарии, эти сундуки для погребений, они могли работать и над возведением и украшением Иерусалимского храма Геродовского или Иродианского периода. All Jewish art, most vast majority, 99% of the Jewish art of this period is aniconic. 90% of the same the ossuaries are aniconic. 90% of памятников еврейского искусства данного периода они носят аиконический характер, то есть не имеют изображений, а только орнаменты. И это соответствует вот соответствующим предписаниям религиозным, что не сотвори, да, семья кумира и какого-то образа и подобия. As opposed to Roman contemporary art, another fragment from Jerusalem, Second Temple, fragment with the geometric and floral designs and beautiful ossuary from Jerusalem decorated with floral designs. But interestingly, we can look at these petals, but interestingly, when we look, yeah, these petals, you can notice that they were made by wood mason, but when we look at the narrow side of it, we see this funny shape. By the way, the Greek inscription says, Pepoesen Elazar Berutus, which means was made by Elazar of Beirut, or for Elazar. Beirut. So this very schematic depiction stands in contrast with the beautiful flowers. So what's the meaning? Вот эти декорации растительного или геометрического характера выполнены очень высоко профессиональными умелыми резчиками, и это контрастирует вот с весьма схематичным изображением, которое сделано на
в могиле захоронения или Зара из Бейрута, или для его могилы, или их там будут похоронены. То есть вот здесь контраст между высококлассным орнаментом и условным изображением очень наглядно можно видеть. И здесь сопровождается вот эта греческая надпись, которую вот этого жителя Бейрута упоминали. Это изображение грубое, условное. Okay. So let's try to identify this motif. And I believe it's a cranium or Ukrania symbol known from temple, pagan temple facades and sarcophagi. So let's take a look at the Ukrania on a relief from the temple of Asinoe at Samothrake, or the famous Caffarelli sarcophagus in from the Berlin Museum, Rome, 40 CE, with garlands and Ukrania. So it's the same idea, but the depiction is very schematic in order to adapt it somehow to the tastes and the religious limitations. На предыдущем изображении, вот этом грубом семантичном, использован известный по античным, эллинистическим и римским памятникам декоративный мотив, который называется букрания. Это тематичное изображение или реалистичное, как на античных памятниках, бычьей головы. И вот эта грубость и схематизм вышеупомянутого камня с изображением этого украния как раз свидетельствует о том, что приспосабливался греческий, вероятно, резчик или местный резчик к запретам и традициям религиозным той вот среды, где это производилось. У греков запрета на изображение живых существ не было, поэтому они могли более реалистично все это изображать. Okay. So... now I will show some inscriptions on ossuaries. Inscriptions are typically in Hebrew or Aramaic. You can't always tell if it's Hebrew or Aramaic. Only here it's Ben. Ben in Hebrew it's son of. In Aramaic it will be Bar. Son of, it's the same. But some are in Hebrew or Aramaic and some are in Greek. We don't have inscriptions in Latin, because Latin is not the language of the East. На ассуариях часто были надписи, которые обозначали имя того, чей прах в нем покоится. Это надписи на древнеиудейском или аранийском, иногда на греческом языке. В иудейских, древнееврейском используется указатель на сына, это слово «бен», а в арамейских «бар». Ханания, сын Симона. И здесь вот пример Ханания, сын Симона. Is an anonymous person. Is unknown from any sources. Неизвестные. These are typical names. Типичное имя, но неизвестного персонажа. Латинских надписей нет, поскольку язык этот местным населением не использовался. So most names are anonymous persons, the names of the Hasmonean dynasty are very common among the names of the Jews of this period. Большинство имен, они типичны для хасмонейского периода и используются вот эти имена хасмонейской династии, но сами персоны, которые обозначены этими надписями, они неизвестны. Here we have a facade with a schematic decoration of Ionic columns, and between them, in tabula ansata, we have Greek names of the deceased, Salom, Maria, Yosef, Korasion, and Yosef, Karim, Eliezer, Didymoi, which is means twins, so two twins, all of them in Greek, of course. Again, an architectural facade, this time with acanthus motifs, with Corinthic order, and this one
This ossuary comes from a tomb named the Kanoi family tomb, a family of priests, which is one of the 24 families of priests that served in the Temple of Jerusalem. This family can, the members of this family can be identified based on the inscriptions. Здесь показан пример такого ссория из семейной могилы, так называемый колонн. Это могила 24 жрецов, и их персоны, их родословные, в соответствии с имеющимися надписями, могут быть восстановлены, и Greek inscriptions can be надписи, где как раз этот Иосиф Колумб и другие упомянуты, но и они и параллельно на арамейском. И мотив там акантфа растительного вот этого элемента тоже использован. Hebrew or Aramaic, and you can see here Yosef, so it's Jesus and Joseph, so the proper names, but these are very common names. Здесь видно древнееврейское, надпись на древнееврейском, которая как раз читается из уст Иосифа. Но это не указывает, скорее всего, на исторического Иисуса, поскольку это были очень распространенные имена того. Ешуа, сын Иосифа. Да, это очень распространенные общие имена. И это не дает оснований идентифицировать этот ассуарий за хранением Иисуса Христа. Okay, in this case we have a Simon Bana Ichala, Simon Bana Ichala, in Aramaic Simon, the temple keeper. Здесь вот на этом слое указано, что он принадлежал Симону, строителю храма. And in this case we have a longer inscription of Ostatontu Neikadoros Alexandreos Poesantos Tas Pyras in Greek. Да. And in Aramaic Nikanor Alexa. The translation appears. Здесь на этом ассуаре представлена греческая надпись начала Астатона, сына Никанора из Александрии, которая была поэсентос, построившего ворот. То есть да, ассуарий Никанора из Александрии, который построил ворота. So this character Nicanor of Alexandria is known from Jewish sources as an Alexandrian Jew philanthropist who paid for gates, monumental gates in the temple in Jerusalem, and the miracle occurred with these gates. Этот Никанор Александриец известен и из письменных иудейских источников, в которых как раз указывается, что он построил, как известный вот иудей из Александрии богатый, благотворитель ворота храма, геродовского вот храма. И вот показано расположение этих ворот в Иерусалимском храме. Это вот модель, которая находится теперь в Израильском музее, в музее Израиля в Иерусалиме. Вот стрелочка, эти ворота, построенные Никанором, указывают. Okay, I will go through this young faster. So here we have a family from North Africa. The former one was a family of Jews from Syria, also known from Aramea, known from other sources. This one is from Cyrenaica. I will simply do it a bit faster. And then we have
in this nice ossuary with an inscription of Joseph, son of Caiaphas. Again, it's a well-known character, and I will show it soon. Здесь показан на этой картинке ассуарий Иосифа, сын Каиафа, известного персонажа. Выше был показан пример ассуария из уже североафриканской области Киренаи, где тоже практиковалась соответствующая традиция. Это тот Каиафа, с которым беседовал Joseph. Yeah. Joseph is son of Caiaphas. Caiaphas is the well-known priest who, according to the Gospels, was the one to judge Jesus. Этот Каиафа был одним из тех судей, которые должны были судить Иисуса. Вот эта картина уже Мартина Соштонера. Okay. Another anonymous character is Yehohanan, son of Chizkil. Yehohanan, son of Chizkil. This character is anonymous. We don't have any source mentioning this character. But in this ossuary, was found a heel bone of a crucified person. It's the only find of a crucified skeleton ever found, and is the only one found in first century Jerusalem. Здесь был показан надпись неизвестного персонажа, но интересно, что здесь из этой могилы единственная была сделана находка человека, подвергшегося распятию на кресте. И вот реконструкция показывает, каким образом эти гвозди были в его руки вбиты. So the position of the nail inside the heel bone enabled this reconstruction, and this reconstruction shows that the crucifixion was done differently than previously assumed. И эта реконструкция, эта находка, они позволили пересмотреть прежде использовавшиеся реконструкции, ну и в различных художественных живописных произведениях, и показывают, что совершенно по-другому распинаемый размещался на кресте. There is an interesting question regarding the source of the ossuaries, and one solution is that the ossuaries were adopted as an imitation of cinerary walls, but they were adapted to the Jewish ornamental tradition. So I will now go through some cinerary walls, mostly from Berlin Museum, and I will stop at the end of this group of cinerary walls. Один из возможных источников происхождения ассуариев – это использование в колумбариях погребальных урн, которые примеры из Берлинского музея были покажены. Вот это еще погребальные урны, другие примеры. Вот это. Okay. The big difference is that the urns in Rome were used for cremated bones, while the ossuaries were used for storing in secondary burial. Jews don't cremate bones. A Roman legionary and Roman military personnel do cremate, and when we have a presence of Roman legions, we find also cremated bones, usually in cooking pots. Иудеи не практиковали кремации и использовали ассуарии для захоронения, вторичного захоронения праха, а те находки кремации для захоронения кремированных останков, как вот
Иерусалиме, в окрестностях Иерусалима, к северо-западу Иерусалима, они указывают, что они принадлежат, скорее всего, римлянам, римским военным, легионерам, которые в это время там располагались. И вот эти захоронения с кремированными остатками были найдены в пяти местах этого Иерусалимского региона. Okay. Now to some monuments or some tomb markers in Jerusalem and in the area. So this is the most famous concentration of such monuments in the Kidron Valley. And here you can see the tomb of Zachariah, the tomb of the family of Mehazir, and the tomb of Absalom. Some are identified by inscriptions, and some names are based on traditions, later traditions. Здесь можно видеть образцы уже таких погребальных памятников и тех построек, которые назывались Нефашот. Они были указателями на то, что здесь располагается данное пещерное захоронение. И вот имена владельцев этих погребений, они устанавливаются и по надписям, и по традиции, по литературным источникам. Нефеш, Нефашот, is the Semitic term for a tomb monument, but it has a double meaning. Нефеш is a soul, and Нефеш is the monument, or the mausoleum. Термин «семитский нефашот» он имеет двойное значение. С одной стороны, означает «душа», а с другой стороны, как раз вот этот надгробный монумент соответствующим образом используется. Okay, so I will now go through these Kidron Valley monuments faster. Here you can see the Doric facade of the tomb of Bnei Hezir, with the famous inscription and the options of reconstructing a pyramid or a Nabataean style nefesh, which are square. And here it's a beautiful drawing. Yeah, oh, sorry, sorry. Здесь показано вот это нефешот с дарийским фасадом, так называемый вот в архитектуре дистиль вантах, но здесь была база для так называемого по-набатийски нефеш, то есть пирамиды. So, here is the drawing of the same facade with the typical Doric entablature and columns. Everything is monolithic, is carved from the bedrock of the Mount of Olives, with a famous inscription in Hebrew of these famous priests, family of priests. Значит, здесь надпись знаменитого жреца, жреца, и здесь вот показаны элементы, реконструированные этого дорического ордера, но в отличие от греческих образцов, это все вырубалось в едином целом из скалы, а не из составных элементов изготавливают. Interestingly, in Jerusalem of the first century, we have an eclectic way of combining typical Greek elements like the hepatoma and the Ionic pilasters with an Egyptian pyramid or an Egyptian caveto, which is an Egyptian cornice. Здесь показана эклектическая такая конструкция, которая включает крепидомы, вот эти ступени греческого происхождения, украшения ионических колонн здесь выполнены в гермогенианском стиле последней, второй половины первого века до нашей эры, увенчивает это сооружение пирамида с египетским так называемым карнизом, который по краю идет. Это пирамида, это вот могила Захарии. Looking from above at the monolith. И здесь
что это монолитное сооружение, высеченное в скале. Some parallels, now I will go to Lebanon, to the Bekaa, to a place named Hermel, and here you can see a beautiful contemporary monument, burial monument, with topped by a pyramid, and now we'll go to a monument of Absalom, again a tradition in the Kidron Valley. It is covered, the base was covered with stones for many years because people used to throw stones since it was identified with the monument of the son of King David Absalom, who rebelled against his father. But it's only a tradition, it's a monument of a wealthy family from the first century. Здесь вот уже перенеслись мы в Ливан, и здесь видно памятники подобного рода, подобного типа, которые считались могилами царя Давида, но это местная богатая семья имела вот такое украшенное таким монументом погребальное помещение, комплекс. Это вот реконструкция и фотографии. Absalom monument is a copy or a kind of a replica of the tomb of Herod the Great that was recently uncovered at Herodium, southeast of Jerusalem. This is the location of the mausoleum. This is a reconstruction of the mausoleum of Herod the Great. Асалона, она имеет аналоги в недавно открытом погребении Герода Великого и является неким его таким воспроизведением, подражанием. Могила at what town Herod the Great was buried? He was buried at Herodium. Город, ну, Геродий, Геродиум или Геродий по-русски. Okay. I also have to connect it to this place. I will show you soon interesting parallels to the architecture of Lenin's mausoleum in Judea. В Иудее известный нам мавзолей Ленина обнаружит интересные параллели. I simply can't control. The slide is missing, and maybe the technical person can help me because I wanted to show some. Can you? Who was here in charge of this computer? It's not a PowerPoint that I know. What was the control that slide again? Try. There is a missing slide here. It's пропущенный слайд. Okay, this is the missing slide. Let's maybe I will be able to show you. Did you see something? You know this from burial caves in Judea, and a depiction of such a mausoleum on an ocean. I think that at this point I should again. Sorry, I need your help with getting. You have to believe it. I have 120 slides to show you at least, but I know that at some point you are tired and you want to sleep. I'm not tired. Еще остается очень много слайдов, чтобы не заснули. Мы немножко сократим. Значит, было показано вот это погребальное сооружение мавзолей первого века и начала второго века нашей эры. И там имеется интересное граффити, которое изображает, как с этого мавзолея свергают вот эту башню, его украшающую. Again, I have many more slides, but I know that at some point I have to stop. And I want to finish with a somewhat pessimistic view of the topic, because we are archaeologists, and we are trying
get as much data out of these tools. And we nowadays we cannot excavate tools because of the pressure of violent groups, the ultra-orthodox Jews, that for political purposes interfere and stop. We are not permitted to excavate tools nowadays. Мы, как археологи, стремимся к максимальному полному изучению захоронений, но здесь препятствия возникают со стороны ультра-ортодоксальных групп, которые и насилие используют, и не дают соответствующие памятники изучать. So, these are violent groups protesting for political purposes, because from the base on Jewish sources is permitted to remove tomb for the purposes, for the needs of the living persons. But for them is a political issue, and they receive more political power, and they use it as a lever in order to get more political power. Эти группы преследуют свои политические цели, используя правило, что не могут перемещаться могилы, и выступают по соответствующим политическим требованиям, и получают свои политические выгоды из этого. Но археологи оказываются в очень непростой ситуации. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Я понимаю, что много имеется вопросов, да? Но мы должны учитывать, что уже не первый доклад делает сегодня наш гость. Поэтому хотелось, он любит отвечать очень подробно и развернуто, чтобы у нас еще часа полтора не ушло на ответы на вопросы. Самые насущные, желательно очень кратко, если есть возможность задать по-английски, можно задать по-английски, если нет, я попрошу четко сформулировать вопросы. Давайте договоримся, ограничимся 3, максимум 4 вопроса. Окей? I propose our public to present Please, what questions do you have? Пожалуйста. Пирамиды, которые сверху, эти погребения, они переняли это из Египта? Или наоборот, или когда они сами тут? What source of pyramids are above barrels, above those tombs? Is it Egyptian source or this local tradition? The source of the pyramid is Egyptian. Egyptian. Это египетский, конечно, источник. So it was transferred, perhaps, by the Phoenicians. Но, возможно, он был, эта традиция пришла через посредничество финикийцев. We find such pyramidal tomb markers along the eastern Mediterranean coast, but also in North Africa and also in Western Europe. Yes. Такого рода могильные знаки, они не только в восточно-средиземноморском побережье, но и в североафриканском, и в Европе присутствуют. Поэтому это египетское влияние, попавшее сюда. In Hellenistic and Roman context, there is one important difference between the Jews and the neighbors. The neighbors believed that the soul rests inside the pyramid. And the Jews apparently didn't believe that. It's not based on the Jewish sources. В греко-римском контексте было другое содержание, придававшееся этим пирамидам. Считалось, что пирамида является вместилищем души покойного. У иудейской традиции таких представлений не было. Окей.
One more question. Чому такі на основі чекати такого завдання і дуже відрежено на написі на інжиті? What is the reasons of presence of so beautiful and excellent ornaments and decorations on those social areas, but the institutions is still brutally connected? What are the reasons? Okay, thank you. So, first of all, I'm showing you the most beautiful and interesting ossuaries. I'm not showing you the plain ones because I don't want you to fall asleep. Professor показал наиболее качественные экземпляры, не показывая ту массовую обычную продукцию, которая могла бы нас усыпить. But to answer the question, the inscriptions were not intended for posterity. They were not written for us. They were written for communicating with the members of the family in order to know who is buried inside. Because the custom was that you can collect, in principle, you can collect in the same ossuary bones of a husband and a wife, a mother and children. So they simply wanted to inform each other who is there. Надписи не предназначались для публики, они предназначались для тех семей, которые традицию поддерживают хранение в этих семейных склепах, должны были знать, кто где похоронен, потому что на протяжении многих поколений это продолжалось. Соответственно, поэтому они писались таким небрежным образом. Еще вопрос? Пожалуйста. Okay. Какова причина вот этих так называемых вторичных захоронений, чего в настоящее время не практикуются евреями? There are many changes. You can compare the modern Jewish burial with the burial of antiquity. But in antiquity, this double burial is known from other people in this region from a certain period of time. There is a big question, secondary burial in ossuary, what is the source of this custom? It's still unclear. It's still unclear what created this custom, this way of double burial in stone boxes, because this custom exists from Herod the Great to the destruction of the city or to the Bar Kokhba revolt. Yeah? But anyway, it's a huge topic, and I think it will be very difficult to compare modern Jewish burial with second temple. Нет необходимости и возможности сравнивать, нет, в общем-то, оснований сравнивать современные обычаи с теми античными, которые существовали в то время у древних евреев. И вопрос о том, почему практиковалось это, откуда пошла эта традиция вторичного захоронения, остается все-таки неясно, какие его истоки и так дальше. То есть здесь нет пока однозначного ответа, какова была цель этих захоронений. And yes, I have a question. And where the tombs for the very poor people in Judea different from what we have seen now? Различаются ли могилы беднейших слоев населения вот от того, что было показано нам сегодня? Естественно, мы здесь видели могилы очень богатые. Да? The basic unit of a square room with a standing pit and ledges, with or without kohim, is found in small rural villages and farms as well. So this basic burial in his family sepulcher or hypogeum or unit is common to poor and to rich families as well. Maybe the difference is in the decoration, in the facades, and in the monuments outside.
Базовые принципы, базовый этот юнит, основа этого типа захоронений с последующими вот этими нишами, она общая для всех социальных слоев, так же как наличие вот этих надгробных знаков. Различаются богатые и бедные захоронения только с точки зрения декора, качества, монументальности и вложений, соответственно, средств. А сами принципы построения такого комплекса, они остаются общими и для тех и для других, для богатых и для бедных. Я думаю, давайте ограничим количество вопросов и поблагодарим нашего гостя за замечательный рассказ. Спасибо, кто пришел.